Всем привет! О том, что нас ждет за окном в среду, 16 августа, расскажу вам я, Аза Кашапова. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам облачно, без осадков. Днем плюс 23, ночью плюс 10, порывы ветра до 6 метров в секунду. На юге Бурятии облачно с дождем. Днем плюс 22, ночью плюс 14. Ожидается усиление порывов ветра до 9 метров в секунду. В Улан-Удэ также облачно с дождем. Днем небольшое похолодание, температура воздуха опустится до плюс 22 градусов. Ночью плюс 15, скорость ветра 7 метров в секунду. С вами была Аза Кашапова. Всем пока!